шурах. А шурах 21 зал. Ё, шура, ну... Ну шо? Ну шо, шо, чек сзади шо. А, в смысле? В смысле, да? Шо, шо за нахуй? Какого хуя? Мы в Бердинис уже поехали. А, понял, принял, держу. Ну всё-таки, какие карты ещё такая? Идите вы нахуй с вашими полетами, блядь. Я проще буду кататься по восьмерке. А, сука! Ладно, понял. Понял, блядь. Все понял. Нет, ничего не понял. Ну, лично я понял. Мне объяснили. Мне нет. А что тебе объяснили? Поделишься? Следующее, мне знак водки не очень все подсказывает. Я расключу БТР, да? Угу. Спасите. Даже помню. Опа! Сука! Вам хорошо кепать? Не особо. Не вам. Ты как бы такие вопросы интересные задаешь, типа, нам хорошо. Как стрелять? Я вот, например, блядь, до сих пор нахожусь на интересной машине с турбиной в жопе, блядь. А что нажимать, чтобы с ней с БТР стрелять? Нет. Если у тебя не вкачано, то никак. А если у тебя вкачано, то, блядь, нет. Да ебучий рассинхрон, какого хуя, блядь, он проходит, а я не могу. Это же что, рассинхрон? Спасибо, Кэп, блядь. Ай, ай, ай! Да это как-то более интереснее. Более интереснее. Да, мне тоже нравится этот словесный оборот. О, Шура на кипу не поехал. Поехал. Да, он у меня еще не вкачан, миксы. А, антилайк, ты хотел? Человек, ты хотел срать? Вот тебе срущий ТР. Дайте мне срущий танк. Вот тогда мы с вами поговорим. Полетел. Антилайк, спасибо, мы в курсе, что ты уже двоих купил. Блять, мы действительно, сука, в курсе. Блять, что там говорю? Да, добавь взрывало. Вот я не могу понять, что именно говорит. Ай, блядь. Добавляй меня, и здесь я прыгнешь. Или сам зайдешь. Меня добавь. Воина, будь добр, пожалуйста, добавь взрывало в друзья. У него такой же никнейм, только без скобок. И ты сможешь к нему зайти посмотреть. Блэквуд, ты специально. Да, я специально. Шури, иди в кашек. Я его взорвал. Ты серьезно, чел? Шура, ты там будешь добивать? Шура, ты ответственный? Я от жизни, блядь, твоей сейвился. Понял. Отъебись. Эти рампы поймал. Я чё, мания на рампы какие? Опа! Пиздуй отсюда. Взрывало. Сука, я тебя отомстил, брось. Эй. Дядь. По-братски разойдемся? А, не разойдемся, понял, принял. Кстати. У нас же есть объезд. Шалун. Что? Мне стереалы не интересно. Это если очень-очень тонкий намек. То лучше я боюсь, блядь, тебе не влезет.
Пакетики. Пакетики, пакетики. Спасибо. Мне уже не нравится, что здесь какая-то штука. Да, блять. Это что за машина? Я хочу, что ты не расходишь. Я Будешь кекить? А, кекить? Нет. У меня есть секушин, где только рампа вкачана. У меня, блядь, единственная машина, которая не вкачана, это рампа. А, кстати, да. Ты жив? Жив. Вот и не выебывать. Срать уже этими минами. Так, вы найти, где ты делаешь? Дядь, сорвался, хоть, да. Хоть нахуй. Антилайк, ты закажешь шагу сторону или что? Дорог подряд раз, но меня даже не эта ситуация интересует. Господи, наконец-то я не проехал, поэтому... Что-то пластичный, зафиг. Поставился, вот и минус. А ты, блядь, ты серьезно не видишь мины? Я другу смотрю на другу. Откуда он едет? Он походу... Блядь, фу! Бустер. А, все, понял, принял. Или что, я не понял. Шалун, братан, прости. Честно, прости. Не, ну во-первых, там не чек, а во-вторых, это было честно, не специально. Правда, клянусь. Да ладно, ты же все равно я не поедешь. На антилайку. Я на него. Я на его минах. Да сколько просто? Куря антилайк, это тебя за мину. Хочу антилайку-то кончить. Я уже черный экран задолбал. Блэквуд, ты ехать сегодня будешь, нет? Давай. Эй! Да! А, нет! Нет, просто уходи отсюда. Да пусть. Иди. Да? Вагон. Ой. Только на кекай. А... Ура! Шо? Как ну. Я в душе не был, вот серьезно. Как меня дела? Курят. Да ну отъебайся ты, блядь! Я бы на твоем месте, честно говоря, не выебывался. Но. Угу. Ты езжай. Я поймал черный экран. Савчик. Я, например, смотрю на оборудование. Да сука, да. Я смотрел до конца. Мина это кайф-то. Блять, прошу прощения за... Да куда ты идешь? Я прошу прощения за смех, просто это, блядь, очень весело. Потому что я знал, что в конце его ожидает. Я бы вообще не понравился. Тем более, сука, с правого чека. Давай, братан, удачи, ага. Держу в курсе, блядь. Антилайк, хватит с этим. Чего вы единственное, это что-то прокачано. А? Просто спроси, почему ты не мог сей какую-то маленькую тачку? Что? Ты не мог пройти с первого раза ту маленькую тачку, она же вообще на изи проходит. Какую именно? Которая маленькая. Ну, которую я, в смысле, проходил сейчас? Может быть, потому что мне некоторые штатские в ебальник, блядь, насыпали мин? То же самое, он мне целую порцию. Там воины что-то говорит. Воины, я прошу прощения, ты такой тихий. Эх, блядь, ты, брат... антилайк. Так.
Да, пизду, короче. Ладно, я не умираю, воин, блядь, ты меня так заинтриговал, что ты там хочешь сказать, что я даже альта выжрать. Что тебя заебало? Да не трогай ты меня. Пиз. Война, а война. Слушай, вопрос такой интересный. А ты можешь чуть-чуть буквально приблизиться к микрофону? Я до конца не уверен, но возможно это можно. Вблизи уже. Вот, вот теперь он у тебя вблизи. Вот, пожалуйста, постоянно используй его на таком расстоянии. Хорошо? Потому что, блядь, меня терзает смутное сомнение, что если ты будешь делать это дальше, мы тебя нахуй просто вообще не услышим. Ну, собственно говоря, блядь, а что мешает купить нормальный? Я уверен, то, что микрофон... А чё я заебал страть? Я только зашел, я всю игру АФК стоял. А, я тебе разве что-то сказал? Да нет, Шалун там сейчас говорит, как заебал страть. Да. Ты, блядь, Серёжа, вправду? А я не заметил, кстати. Ну, даже не успеваю ворота пройти. В начале игры вы точно не срались. Хочешь так сказать? Не срал, у меня нет ни одной пока прокачанной тачки, которая срёт. Ну, это твоя вина. Бабло нету даже где покачать. Это не моя вина. Я бы так не спешил. Перенцы лайк. Бедный Шалун. Кажется, у него пердак сгорел. А! Восьмой. От. На кончике восьмой. У меня вообще есть. Не успеваю появиться, там уже мина насырка около спавна. Какой любитель срать. И так подло же. А ты издеваешься прямо на чеке, блядь? А. Давай, иди, дядь, давай. Давай, сука, на своих же, блядь, нет. Давай, блядь. А, он еще повторно с... Да ты, чтоб тебя, блядь, ебали кони. Согласен. Давай, лимузин, приезжай. Старая мина, я не знаю, как-то не взорвался, и все объезжали. Ну, он сейчас меня убьёшь. Он взорвался по той простой причине, то что он дохуя спешил. Ему нужно было проехать. Эй, тихо. Давай мы с тобой поедем вместе, все дела, да? А, ну, тихо. Я хочу в ЕГТР и убивать их на это всегда. Удачи. Отъебись. Сука! Тут в конце Волрайт. Какая белая пидорасина меня сейчас только что столкнула. Сука, у тебя антилайк, блядь, стоит справа, блядь, ты в меня бьешь. Что бы тебе кони, блядь, ебали? Наверное, это антилайк был. Угу. Я, блядь, тебя, владелец, узнал, хули ты рассказываешь. Опять черный экран. Нет, нет, ты чё? Лол, я 10 минут стоял АФК, я уже на 7-й позиции, а не последний, это как? Ребята, просьба, пожалуйста. Антилайк. И же с ними. Нет. Убейте, пожалуйста, Влада взрывала. Прошу. А, его да. Раз 10. Желательно. Потому что меня Влад немножко заебал. Это честно. Это искренне, сука. Влад, это же... Он возле чека. И эту... молодую особу... Стоило бы немножко отпиздить. Все, на руле будет прикольно играть с тем, как я. Блин, а как я тебя погнал? Я же АФК стоял 10 минут. Блять, камон, я вообще в принципе не умею играть в эту игру. Хуй, вы до меня доебались, блять. Короче, у меня сгорело, я выхожу. Ты шо, да ты не выходи давай. Ты шо, охуел совсем? Нельзя выходить. Эй. Все, у меня сгорело. Слышь, ты хотя бы тогда, блядь, воин, блядь, не ори. Если у тебя сгорело, то ливни, блядь, по-мужски. А это как? Это в смысле, ты скрываешь, блядь, войс и съебываешь. Нахуй. Я не хочу
учился вот на. Ну вот тебе никто не говорил. Ты что, что мне так сказал? Я Шалуну только что сказал. Если бы он еще, блядь, на Волрайде срал, я бы вообще просто... У меня фурия взялась вместо этого. Вместо моего Крюгера любимого. Как Сашку здесь? У меня фурия первая стояла, поэтому ее взял. А Сашка стояла, я мог взять Сашку. А у меня Банша первая стояла. А что там, сложно в Орлайшн был? Райд. Легко, легко, легко. Чего его долго пройти не можешь? Блять, я вот задумался, кстати, а... Почему бы тебя не выебать в очко, сука? Ой, что-то Райд. Плохой какой-то. 30, мать твою, метров, блять, дочекай, сука, ты меня убиваешь с мины? Крюгер хорошая машина. Вот, вот то, что у меня фурия. Не-не, я на Крюгере Волрайд нормально проходил. Вот на фурии говно. А этот Волрайд, он плохо на Крюгере. Ты там начало просто, ты видел какое оно убогое? Да, оно ужасное. Оно кривое просто. Там, это, скорее всего, специально, конечно, сделано. Кривейшее начало. Это такой лист фильма. А там дальше что, нормально или тоже криво все? Там дальше просто крутится. Просто вверх, да? Коротенький вообще. Это начало здесь надо. То есть туда... поехать надо. Туда. Вот кто ты такое начало делать? А, все? Чего вы это пройти не могли так долго? Я за 2 минуты даже меньше прошел это. Что-то бардианист какой-то жесткий прям. Уже подряд первое место занимает. Люди, блядь, финишируйте уже. Они, наконец... не, они не смогут. Там этот антилайк сейчас стоит прямо перед Волрайдом и ставит. Антилайк. С тебя конфеточку. Смотри, дядь, тут такая интересная ситуация. Мы не особо любим пидорасов, которые хуйней страдают, поэтому, пожалуйста, ты закончи карту, да? Потому что у нас была такая интересная ситуация с лампочкой, которая как бы, ну, немножечко в жопе. Ты антилайк вышел? Чего? Да. Видел? Не, он просто вышел. Чтобы ты не разгонка. Чтобы не разгонка была. Абадони, что чё... случилось, братан? Я прям четко вижу то, что Абадони пишет в Дискорде. Типа, блять, я куда-нибудь пойду, только заберите меня, пожалуйста, отсюда. Нормально, у него там все. О, воины и Абадони пишут. Это хорошая стенка, здесь мины были. Ребят, у меня второй экран. Я вижу, что, был, что вы там пишете.